Есть на свете страна, которую не отыскать на земле. Говорят, чтобы выжить там, нужно быть безумным, как шляпник. А это, собственно, я и есть. Алиса в стране чудес. Алиса, ты очень сильно опоздала. Проказница. Я играю шляпника. Он безумен и абсолютно непредсказуем. Любая роль в фильме Тима Бёртона – огромная честь для актера. Какая удручающая огромная у вас голова. Сшить бы на нее шляпу. Я ведь раньше белую королеву обшивал, но у бедняжки такая маленькая головка. Крошечная. Прыщ, а не голова. Хватит. Безумный шляпник – удивительный персонаж. Его чувства мгновенно проявляются в эмоциях. К черту проклятую Красную Королеву! Он как лакмус сразу показывает настроение, не скрывая эмоций. Почему ты всегда либо высоченная, либо совсем крохотная? Путешествуя по стране чудес, шляпник и Алиса формируют гармоничный дуэт, как брат и сестра. Шляпник защищает Алису, а Алиса оберегает его. Это невозможно. Все возможно, если веришь. Мой герой участвует в великой битве с настоящим мечом. Я так привык к сабле Джека Воробья, что пришлось попотеть над индивидуальным стилем шляпника. У нас есть свой герой. Сыграть безумного шляпника, воплотить образ, созданный Тимом Бёртоном, это реализация моей мечты. Алиса в стране чудес. С 4 марта в кинотеатрах.